Большемуртинский район работает по стратегии из прошлого в будущее, которая связана с репрессированными. И вот в Большой Муште очень много отбывало ссылку людей, знаменательных интеллигенций, которые внесли большой вклад в Большемуртинский район, в развитие Большемуртинского района, в частности культуры. Но вот еще была такая легендарная личность, это жена Рихарда Зорге, Екатерина Максимова, которая была тоже в ссылке в нашем районе и скончалась в 43-м году. Ну вот вы скажите все-таки, информации много или мало? Информации очень мало и очень противоречивая информация.